Мобилизуемся к вечеру, я уже все, весь вечер все ночью.
В принципе, у нас
Понятно. Мало воды. На старт нормальный. Ну, на полный. Да. А значит, прям еще и взамен. Так. Ама. Должен. Это все. Ну. Все. Не знаю, даже не все описывают. Ну, такое. Ты знаешь, это было. Ну,
Еще нет ключа. Причем почему-то, кстати, вы все едете повыше. Мы один летом на полку. Мы один круг даже пропустили. Они кого-то обыграли? Ну, я так что видел, да. Они типа почему-то выше сели. Тут пока не посмотреть. Что, блин, 18-19-летние парни, как бы, не пригодившиеся особо ни в каких клубах, ни с того ни сего, да, ни с того ни сего не начнут здесь, конечно, обыгрывать всех. Вот, и поэтому у нас формула как раз, собственно, мы выиграли 1-0, у нас были моменты, но, ну, немного. Но нас счет более-менее устраивал. А потом начались замены, люди ушли, вот просто нас, да, просто оттуда не выходили. Замены такие не ищи. Да? Там вроде моменты были, но вот не реализации, да, то есть они как бы вроде опасны. Нет удара, плохой удар, где-то Леха вышел, забрал, ну то есть как-то без ворота игра, по-моему, не была. Классический масштаб, как бы организовано сзади, достаточно... Ну, а что Антарин должен был проиграть, потому что где-то минуты за две до конца просто один на один вываливается нападающий, и Антарин вообще не так, что совсем направлено, но ходит. Можно было деликатнее красный. Была вероятность, что деликатно не получится. Знаешь, он не забьет. Он именно... Наверняка. Да, он и делал именно наверняка, чтобы он уже точно не...
не продолжим. Ну, он встал, естественно, но не было ничего. То есть он сделал так, чтобы он гарантированно встал. Если была бы травма, то, конечно, молчит Дэвид. Ну, один мало, потому что, во-первых, ну, фактически он лишает возможности забить, он грудит, он удаляется, понятно, и риск нанести травму. Ну, то есть, если бы мне так сзади играли, как бы мне было бы обидно, что мне не дали забить, что мы не выиграли, что, короче, слишком много всяких моментов, которые прям удаление надо делать побольше. Ну, то есть, значит, все-таки там, ладно, если бы была там 30-я минута, да? Ну, типа, а тут все, 2 минуты играть, он удаляется, причем он удаляется не на опасный штрафной, а вот, вот условно вот отсюда. А человек один на один, и там просто никого. Подъехали. С тренером, зенитовским. Тем более. Я просто вспомнил, что над ним пару месяцев назад все тут угорали, блядь, от его... Да.
Ургена. А я просто думаю, многие-то могут подумать, что это обо мне речь. А для меня это недопустимо. Да, там такая тема, он гонит. Реклама очень сомнительная. Да, 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 вообще, я бы даже сказал, крайне ужасно критично. А, не, ну можно в группе People забанить, кстати, хорошо. Вот я и хотел ответить. А он что-то мне пишет? Да, он какое-то там исполнение приехал. Он же там и написал, Мбайн, что-то играть не умеет, успел там сходить копейки. Я еще сразу и написал. Все, задание вопрос, я уберу его сегодня, потому что он очень своеобразный персонаж. Лёха Григорьев на город. Да, сегодня, кстати, забил. Хорошая на замену вышла. Ну, у нас он на замену свежая вышли, а у них уже полумёртвый шатали. Yeah.
Обрезал, да.
Я отбил.
Thank you.
Я тебе объясню мою психологию, Ильяс. Тебе вообще никаких проблем. Моя психология не позволяет. Thank you.
Спартак, Капа, Фишку, Канзас. Все только давай. Да. Готово сейчас вот.
Туда-сюда, 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 туда-сюда.
Давай, давай.